сейчас всех будем по определенным стандартам гонять. Придется... Покрупнее делаю. Носки брать поштучно. Образование. У меня устраивают свободную Чечню, это неправда. Да, ну, все мы, все это понятно. Прямая оккупация. Почему Россия под монголо-татарским мигом 200 лет изнывала и все-таки добилась свободы? Почему она не покорилась Германии? А? Для нас сегодня российский солдат – это то же самое, что германский фашизм для России. Это одинаково. Что такое? Добрый день, добрый день. Здравствуй, бабушка. Ну, сверху иду, ну чего, ну? Нет, все нормально. Я не виноват, ничего, чего я? Нет, бабушка. Здравствуйте. Добрый день. Вы знаете, что? Тут, боюсь, каждый нож стреляет, кидает, и вот дети больные, я сама больная, не могу ничего. Надо что-нибудь делать. Вот все беженцы. Не, да, в Сипцовске поехать мы не можем. За продукты нельзя поехать. Это что такое? Еле адаптируются. У кого больше.